Здравствуйте, меня зовут Баландин Виталий, я пластический и челюстно-лицевой хирург. После окончания медицинского института я закончил ординатуру по общей хирургии и ординатуру по челюстно-лицевой хирургии. Затем проходил дальнейшую стажировку по пластической хирургии в Соединенных Штатах Америки, в Германии и в Бразилии. Я практикую с 2008 года. Выполняю операции как на лице, так и на теле. На лице это прежде всего спейслифтинг, новейшая методика по пластике лица, это блефаропластика и другие корректирующие и омолаживающие операции путем воздействия на мягкотканные структуры, так и на костные структуры. Также оперирую на теле, прежде всего это операции пластические на молочной железе, это эндопротезирование, это подтяжка молочной железы, это пластика живота, пластика ягодиц и липосакции. Пластическая хирургия – это такая отрасль медицины, которая не стоит на месте. Постоянно появляются новые методики, новые операции, малотравматичные, бесшовные, которые я стараюсь применять в своей практике. Приходите ко мне на консультацию, я буду очень рад. Вы останетесь довольными и счастливыми.